Всем привет, с вами Шмыга, мы на канале Уш. Мы сегодня поиграем в новую игру под названием Стайджиан. Не знаю, как, короче, прочитать, оцените меня. Выбор персонажа. За женщину, конечно же. Играть за женщину. Возраст. Начинать игру с базового черта навыков. Ну давай обычную, да, выберем. Так, типаж. Ученый. Капитан, солдат, лист. Я буду за артиста и меньшим запасом сигарет, хорошо. Мировоззрение. Вы получаете больше очков рассудка. Да, вот, ну, короче, наука какую-то. Внешность персонажа. Вот эта красотка, да, будет. А я? А имя нет, имя Шмыга, конечно же. Так, черты. Я могу что-то добавить здесь, да? То есть... Сила, ловкость, внимание, разум, атлетизм, если я выбрал разум, плюс поле, внимание побольше, ловкость и ловкости. Как-то так, не знаю, получится или нет, да, подтвердить, окей, хорошо. Это некоторая РПГшка, которая я не могу вам ничего рассказать на самом деле про игру, я знаю, что это РПГшка с пошаговым боем, все, больше ничего, Лавкрафта здесь существует, да, какая-то мистическая тема, она, конечно, существует, но... Тут еще я не могу вам рассказать. Ваше местонахождение — чердак. Мир Стиджиан — это мир, нарушающий законы здравого смысла, запретной магии. Тот, кто хочет творить ее заклинание, должен заплатить за это частью своего душевного равновесия. Ну там какие-то, короче, там какие-то... Переводить нам не будут, типа, я же русский включил вроде, нет? Ну, хорошо. Да, я тогда не буду это читать, значит, Это я? Нет, это не я. Это, похоже, кто-то другой. Чувак, который нас пригласил. Дневник обновлен по следам черного гостя. Дневник. Найти черного гостя, следовать за черным гостем по улицам Архема. Это Бэтмен, типа, или... Понятно, что это не Бэтмен, я просто прикалываюсь. Типа, ну, хорош. Так, у нас здесь все заперто. Точнее, один из штуков заперт. Ничего обследовать мы не можем. Да, ну то есть я понял. Хорошо, давай пойдем за гостем. Снаружи слишком темно, чтобы выходить туда без света. А, ну да, берем, значит, за фонариус. Имущество. Все, разобрались. Мы молодцы. Очень все классненько пока. А, то есть черный демон ходит там куда-то туда идет. А, мы где-то в магазине, в баре в каком-то, да? Да, еда мертва, он ли что-то, да. Ну, ходим, окей. А, так мы можем собрать, мы могли собрать еще одну лампу забрать, по-моему, наверное, не знаю. Так, мы идем, а ускориться никак нельзя? Скориться никак нельзя, но мы, значит, в ночной рубашке, как долбаны, ходим за этим чувачком. Ага. Духи пошли.
Ну, я никуда не войти не могу пока, поэтому забей, просто идем за ним и все. Ну, то есть мы увидели, как пополам, то есть мужчина душит девушку и девушка душит мужчину. А это был сон, окей, прикольно. Ну или не прикольно, не знаю. Рассудок помутился. 15, не знаю, что это значит, но ладно, хорошо. У ворот... так. А, мы можем все собрать, в принципе. Это гнилые обломки. Так, подожди. Тут нет кнопки, как в этом. Ага. Так, инвентарь, значит. Ну, подожди. Ну, куда ты поехал? Шляпу. Шляпку я одел. Костюм я одел. Я красотка на все 100%. Пистолет я взяла. Несколько сигарет. Кокаин. За сертификат гильдии, виски, байки, припасы, бутылка с водой и все остальное. А подожди, а у меня есть... У меня, наверное, есть все эти компоненты. То есть здесь еще нужно будет пить, курить и немножко есть. Он слишком занят игрой, бармен. Выявите Марину, управляющую старого угря, и по совместительству бармена. Он дает вам кров уже около года в обмен на то немного, что у вас есть, и не гнушается при любой возможности обобрать вас до нитки. С добрым утром, Карнута! Если, конечно, эти вечные сраные сумки можно назвать утром. Что там было... Что там у тебя был за тарарам на чердаке? Дурной сон приснился? Кто теперь отличится от реальности? А ты, Карнута, как я ближе философ. По мне все гораздо проще. Во сне ты в реальном мире или в чертовой преисподней? Важно только, можно ли там умереть по-настоящему. Если умереть можно, а с этим, друг мой, в Америке все по-прежнему, значит, этот мир достаточно реален. Но если ты не веришь, валяй, попробуй. Могу даже пистолет одолжить. Ну, раз ты уже не спишь... Как насчет тех сигарет, что ты мне должна? Вчера ты перебрала и сказала напомнить тебе про них позже. Помнишь, да? Марина, начинаю наедать. Ты мне не веришь, Карнута? Вот как ты отвечаешь на мое гостеприимство. Где бы ты сейчас была, если бы я тебя приютил? Не приютил. Бизнес есть бизнес, Карнута. Некоторые вещи не меняются. Ладно, раз уж ты мой постоянный клиент и все равно просадишь у меня все сигареты, будем считать, что это за счет заведения. Ох, вот только не надо тут умничать, еще увидимся, Карнута. Но мы с вами отбились от... Вы видите чудаковатого мужчину средних лет, поглощенного игрой в дротики, отсутствие других игроков, и его явно не смущает. Он буквально излучает самозабвенный восторг. Как насчет партии в крикет, это разновидность дартса. Не каждый день выпадает шанс играть против чемпиона. А потом несколько дротиков. Как вас зовут? Я же сказал, я чемпион мира по игре в дартс. Еще меня зовут Хершель. А, вижу. Все повторяется. Очередной претендент. Очередная дурочка, которая должна победить. Я прав? Да, я дурочка. Вот это дело. Атлетизм, чтобы переиграть его в игру. В дартс. Ну, по-моему, да, у нас атлетизм был прокачан, поэтому я же выглядел так, словно получен опыт. 5 к атлетизму. И что за ним все равно, я его опустить. Мошенница! Я хотел получить свои сигареты. Мошенница! Мошенница, мошенница, мошенница! С каждым словом, речь его становится все менее и менее связанной, пока наконец не превращается в безумный вопль. Блин, то есть мы не сумели у него сиги. То есть... Нихера себе, ты чё прикал... Ты чё, падла, тварь?
Получен Open World Art Champion. Чемпион. Мы подняли. Мне. Мы подняли, собственно говоря. А это кто? Да, значит, ну, тут уже все, да, ничего не понять. Мы сделали опыт небольшой, подняли, да, и, собственно говоря, ну, классно. Не, классная игра, мне очень нравится пока что, потому что очень сильно... Если бы у меня было больше сигарет, очень сильно напоминает Fallout. Пустые шприцы... Так, ну мы не будем тут читать. Отстань, говорю. С кем можно поболтать здесь у вас? Вы теперь с собой типичного жителя Архама с утомленным лицом и в поношенной одежде. Он глядит на вас с тревогой. Что уцелело от этой части города? Гавите немного. Если ищете, где пропустить заказчики или нужна крыша над головой, есть старый угорь. Если захотите забыться, это вам во типу Рихтера. Если не считать склада Марша, то тут, в общем, сравнительно безопасно. Ну и еще алтарь. Прародителя. Конечно, но возле него, думаю, вам и самой в голову не придет ошиваться. Что вы знаете о старом угре? Старом угре. У меня что-то с R, да? Я не могу сегодня выговорить R. Почему? Что за дела? Старый угор считался сомнительным местом еще даже до черного дня. Говорят, что его новый владелец Марина... как-то связан с чикагскими гангстерами. После введения сухого закона от бар Яковлева переделали в ресторан. Но теперь, сами видите, на это уже всем плевать. В баре внизу можно выпить, а в чердаке, если податься некуда, можно сесть на ночь кровать. Или, вернее, грязный матрас. Что вы знаете о Рихтере? Этот скользкий тип Рихтер держит единственную аптеку во всем городе. Рихтер производит и смешивает... И, конечно же, продает все, что нужно, чтобы ненадолго сбежать из этого кошмара. Гангстер ценит его умения, и он это знает. О нем уже давно ходят довольно неприятные слухи. Что вы знаете о складе? Я знаю, что раньше он принадлежал маршам из Инсмута. Поговаривали, что там держит контрабанду и все такое прочее. Но теперь нам там только гули. Эти твари обглодают вас до костей. Что за марши? А я о них мало что знаю. Они заправляют всем в Инсмуте. Кажется, их прадед Оубет Марш был там у них какой-то важной фигурой. Чудные они, эти инсмутцы, и не любят, когда другие суют нос в свои дела. Не в свои... А, ну да, в их дела. Сам я никогда их не встречал, но видел, что они с людьми делают. Говорят, что это демоны, но по виду не до люди, не до собаки. По ночам они выходят, чтобы охотиться на нас. Все в Архиме слышали их жуткий вой. О черном... Что вы знаете о черном мне? Полагаю, что то же, что и вы, ведь вы... Бля-бля-бля. Хорошо. А, рассудок прояснился, смотри. То есть мы немножко... Вы теперь с собой типичную жительницу. Раньше я стоял статуя Линкольна, а теперь Ктулху. Почему-то я не удивляюсь. Что вы знаете о сектантах? Гангстеры. Там что-то поспрашивали, неважно. Значит, нет, мы туда не пойдем, потому что это огромное изображение там из древних богов. Так, это у нас что? 39 номер, подожди. Стоп! Ай, блин, не могу, да? Стоп. Ну ладно, хорошо. Давай зайдем сюда. Мы не будем ступать по... А, магазин оружия. Вы видели интеллигентно выглядящего пожилого мужчину? В его улыбке светит опасность. Должно быть, это владелец аптеки Рихтер. Но мое лицо, как необычно. А я-то уж думал, что исчерпал все возможности. В смысле возможности расширить бизнес. С новыми людьми у нас в последнее время, сама понимаешь, беда. Ну так что? Чем тебе можно побаловать? Чем тебе может побаловать Рихтер? От меня редко кто уходит недовольным. Покажите, что у вас есть. Разумеется. Всем в этом городе нужны лекарства дядюшки Рихтера. Так зачем выбиваться из коллектива? Ну, у него можно... У него можно поторговаться. Да, у него есть сигарет 800 штук. Хорошо. Так, а еще можно тебя... Какими именно лекарствами вы тут торгуете?
Сами штаны есть надежными. Поведай мне, что тебя беспокоит тоска, боль, неуверенность в себе, даже если... Я планирую... Блин, как насчет скидки? Ах ты хитрая шельма. Получим опыт. Будь по-твоему, но я посмотрю, как часто ты будешь ко мне захаживать, если раз в год скидки не жди. Вы не пожалеете. Для простой аптеки у вас дохрена охрана. А у тебя для простого покупателя слишком болтливый рот. Скажем так, гангстеры считают меня ценным специалистом. Итак, чем я могу помочь? У меня все, да. У него можно что-то купить. Ну, соответственно, шприцы какие-то обезболивающие и так далее, которые помогут нам в пошаговом. Нет, могу. Выйди худую женщину и бла-бла-бла. О, привет, дорогая. Хочешь славно провести время? Не волнуйся, у меня и для тебя найдется кое-что приятное. Тебе понравится, на самом деле проверяла. Ну что скажешь? Зависит от тебя, от меня. Тебе что-то не устраивает? Она глядит на вас, поцелуй меня и узнаешь. Я сразу, только без денег. Люби меня, как я тебя, милочка. Как уж ты чертенок, дорогая. А девушкам ведь тоже надо, хочет развлечься. И ты об этом не пожалеешь, идем. Так, начинается. Ваш рассудок плюс 3, облегчение. Ваш пот смешался с грязью одного из пустынных переулков Архам. Утолив свои плотские желания, вы на какое-то время почувствовали облегчение. Она поворачивается к вам, проблемки. Увидимся, Догоруша, теперь ты знаешь, что я того стою. Благодарю за услуги, мисс. Приятно видеть, что есть еще на свете леди. До встречи. Может быть, что-то было, можно было у нее другое, да, выбить. Но мы выбили то, что выбили. А, кстати, Опа, стопа. Разборка. Ты на меня смотришь? Кто, я? Не. Чпоньк. Все, дело готово. Тело и дело готово, да. Ничего не будет у меня показываться. Так, там какое-то говно. Исчезни, живо. Исчезни, живо. Вредная жертва. Выйдите перед собой типичную жительницу Архам с томным лицом в поношенной одежде. Она глядит на вас с тревогой. Добрый день, мадам Майюми Шмыга. Добрый день, вы с луны свалились? Вы похожи на добрый день? О, нет, вы одна из этих. Послушайте. Нет, не хочет. Ну хорошо. Дверь крепко заперта, позвонить. Что вам нужно? Я могу войти? Нет, закончить беседу. Понятно. А, подожди, позвонить. Как вас зовут? Вы звоните мне в дверь и ждете, чтобы я бросался вам? Уходите, у меня много дел. Понял. Так, значит, сюда не войти. Чё там? Сигареты и... Опа! А это что? Документ какой-то. Здесь, короче, обитают гангстеры, я понял. Уйди. Так, ничего не будет. А это он какой-нибудь кнопки, типа там Ctrl или Shift, чтобы подсвечивалось. Короче, сюда... я там, по-моему, уже обследовал, да, все? Так. Хорошо. А, вниз могу, смотри. Здорово, человек, какой-то человек. Мистер? Как вас зовут? Прикольно. В чем дело, а? Что за запах тебе ему не нравится? Ну и чего тогда подходить? Кто человек на улице? Копченого Вилли, впервые видишь. Я думал, его, кажется, собака знает. А он, между прочим, раньше комиком был, настоящей знаменитостью. Даже в кино снимался. Не как Копченый Вилли, конечно, под настоящим именем Сэм Родни. А мне, правда, не такой уж он и смешной был. Меня приятель еще в старые времена позвал, как на него посмотреть. Так тот все просто про негров шуточки травил. Тем и зарабатывал, только как черный-то день настал, все одно стало, что негр, что белый, что китаец. Но для кого он теперь выступает? Раньше бывало, гангстеры приходили, бла-бла. Ко мне, кстати, тоже приходили. Да, но мы, короче, ничего особого не узнали.
Да, короче, не... Ну, да, тут все строится на... Он ничего не говорит. Все строится на общении. И... Понятно. Здесь ничего. Значит, нам нужно идти туда, где мы были. Да? Чтобы сигаретки там что-то... Ну, сигареты здесь главное, типа, я так понял... О, автобус. Самолеты? Заперто. Почему заперто? Подожди. Ну да, я, короче, уже здесь все проделал. Подожди, а почему заперто? Нам нужен ключ какой-то найти, да? А где ключ можно найти? Ага. С ним можно пообщаться? Не, он что-то там, господь. Ну хорошо, ладно, пойдем тогда в... Обратно, если нельзя ключик достать этот, да? Ключевский достать нельзя? С ним тоже общались, то есть ничего. Ну пойдем тогда туда. О, да ладно, новое помещение, которое нам чем-то пригодится или не пригодится. Человек молча улыбается, решил кувить сурового. Ну что тебе, кубичный хочешь или про попусту время мое тратишь? Как вас зовут? Джо Клеменс, или себя мистер Клеменс, дорогуша. Я не тот человек, в деле которого тебе стоит совать свой нос. Я в прошлом личник и ювелир клана Картеллини, а теперь что-то в бокалейщик. Ты что, не местный, что ли? Самый влиятельный клан во всем Чикаго? Бароны преступного мира. Так вы из самого Чикаго? А, ты, честно, Билли? Бедняга помер, но они решили, пусть он в качестве статуи интерьера украшает. Раньше-то это его лавочка была, пока он не вздумал поспорить с восколицем. Так. Не, а вопросов нельзя, хорошо. Красноречие похоже. Сигареты, пистолеты, шляпы, маски. Ну, короче, у него много чего есть прикольного. Так, ну мы скидку тоже сделали. Нераскрытая тайна. Вот что у нас. Так, хорошо. Слушай, игра, короче, выглядит очень круто, очень классно. И, блин, я бы вообще прям, я бы стрим на самом деле сделал. Скорее всего, завтра будет стрим по этой игре. Ну, у него тут тоже какой-то магазин есть, торговец. Ребят, я пока оставлю эту игру. Thank you.
Да, слушай, игра очень крутая, очень классная. Мне еще понравилось, если честно. Банк какой-то, да? В банк я могу зайти? Могу зайти в банк, давай посмотрим. Не, на самом деле, очень крутая. Ну, то есть, пока по доступной области, фойе банка. То есть, мне пока очень нравится. Плюс 3 опыта. Отмычка. А, подожди, а я могу как-то... Подожди, вот у меня тут есть действие. Отмычку. В смысле, а как... Да выключись ты, ну. Не действие, я вру. Подожди, дай сюда. Я могу еще грабить, ты прикинь. Ёптель, так это реально Fallout, смотри. Ёптель, только мистический, типа, да? А куда нам? Нужно, может быть, туда, направо? Очень круто. Очень мне нравится эта тема. Прям очень крутая игра. Здравствуйте, мадам. Чем могу помочь? Вы видите, как в банке выдался день оживленный. Похоже, что финансовая жизнь в нашем городе наконец-то забила ключом. Чудес не находите? А чем вы здесь же разгромлены? О, вы не согласны со мной? Ничего, у нас же свободная страна. И так именно это и делает Америку столь... Вы наконец спятили, что ли? Вот ваши документы, мадам. Надеюсь, я не помогу вам в игре. Дрянь, говно и саки. Засада. Так, в банке у нас засада. Что мы будем делать? Насколько я читал, что из засады можно выйти с помощью клеток в виде сиреневых. Вот в эти клетки, короче, если мы выйдем, то мы можем убежать. Так, ну давай, короче, постреляемся, потому что на запись мы... Чё нам на запись? Мы на запись играем, поэтому чё такого? А, не, по два раза фигачит, смотри. Так, хорошо. А я стрелять не могу, что ли, получается? А что такое 4? Теряет рассудок, понял. Еще плюс они по два раза фигачат. Ну да, короче, отсюда не убежать на самом деле. То есть надо было уходить сразу. А я что-то тупанул. То есть я могу и проиграть, получается, да? А, я не могу, имущество. Подожди. А, то есть я еще и промахиваю. Короче, это реально... Реально... Это реально... Fallout, который Fallout, отступить, да. Ребят, такая игра, если понравилась игра, то... Не, я на самом деле, мне понравилась, неважно, вам понравилась или нет. Мне она понравилась, и значит будет стрим по этой игре. Если вообще видео понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и все такое прочее. С вами был Шмыга, всем счастливо, всем пока.